Тихоокеанские деликатесы всегда пользовались большой популярностью. В эти дни жители и гости Твери могут их приобрести, посетив торговый центр «Калина». Людей привлекает отличный ассортимент и качество рыбы и морепродуктов. Камчатский полуостров всегда был известен не только благодаря своим уникальным природным ландшафтам. Камчатка – это еще и рыба, а также морепродукты высочайшего качества и отменного вкуса. Красная икра, чевыча, белорыбица, палтус, нерка, белуга и многое другое. Всего несколько десятков видов морских деликатесов, доставленных прямыми рейсами. С самого открытия в ТЦ «Калина» потянулись покупатели. Я обычно всегда покупаю икру и чевычу. Очень хорошая, мне очень нравится. Мне больше всего нравится белорыбица. А почему вам нравится белорыбица? Ну, потому что она жирная, очень приятная, вкусная. Настоящие ценители отмечают, что белок, который есть в любом морепродукте, легко усваивается. Неудивительно, что торговля идет самым активным образом на ярмарке «Икра и рыба камчатская», которая открылась в торгово-офисном центре «Калина» и будет работать по 18 марта включительно.